Мне, конечно, тяжело сравнивать, но, безусловно, мне кажется, что уровень за последние годы, он вырос. И да, инвалидам помогают. Да, инвалиды имеют сейчас больше возможностей развиваться то-либо в спорте, я не знаю, в той же учебе, в развитии постоянно каком-то находиться. Но мне кажется, что, ну, что не нужно останавливаться, нужно просто как-то стремиться дальше к чему-то. Ну, я не знаю, мне кажется, что, может быть, не хватает какого-то больше творческого развития, что что-то для инвалидов, да? Почему нет актеров? Ну, это просто, да, как моя тема о наболевшем. Мне кажется, у них тоже же есть таланты. Но вот они не приходят, потому что они боятся, что их не возьмут, что они какие-то другие. А почему бы нет? Ну, как бы это же тоже жизнь. Самое главное вообще в актерском мастерстве, мне кажется, это показать правду, это попытаться быть настоящим. И я думаю, что часть этих людей тоже на это способна, но, к сожалению, из-за каких-то внутренних страхов. Мне кажется, больше нужно, наверное, работать над психологией. Во-первых, дать понять этим людям, что их наше общество принимает как абсолютно адекватных, нормальных, здоровых людей. Ну и что, что такие? Ну, мы тоже разные, то есть я имею в виду, что кто-то брюнетка, кто-то блондинка, но это же нормально, никто, то есть, там, пальцем не показывает и не обсуждает это. Вот. Что касается творчества также, ну, есть какие-то там например, по рисованию, да, как-то развивается. Но вот музыка, может быть, в музыку можно было бы больше какой-то уклон сделать. Но мне лично от себя хотелось бы, чтобы это все касалось именно творчества. Потому что я думаю, что эти люди тоже, многие из них талантливые, и, может быть, мы бы открыли какое-то новое направление. Не знаю, все что угодно.